2019 год ознаменован рядом важных памятных дат в истории ядерного центра. Одна из них – это 70-летие со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1. Именно этой дате посвящена экспозиция «Арфят Свиньев» на международном форуме «Армия-2018». Основная цель выставки – это напомнить о этом выдающемся событии, которое случилось 70 лет назад, для, так сказать, подъема патриотического самосознания граждан нашей страны. Надо понимать, что атомный проект, создание атомной бомбы, это была тогда вершина науки и технологии того времени. Именно создание испытания РДС-1 ликвидировало американскую монополию и сделало новую войну невозможной. На экспозиции представлены документы, фотоматериалы и кинохроника из архивов Музея ядерного оружия Российского федерального ядерного центра в НЕЭВ, посвященной истории атомного проекта. Посетители выставки смогут познакомиться с постановлением о создании конструкторского бюро 11, тактико-техническим заданием на атомную бомбу. Но центром выставки станут три ключевых экспоната нашего музея. Шаровой заряд РДС-1. Он впервые покидает помещение Музея ядерного оружия и будет представлен для открытого экспонирования широкой публики. Также едут еще два наших экспоната. Это корпус авиационной бомбы РДС-1 и пульт для подрыва. Эти два экспоната являются памятниками науки и техники первого ранга. Такой статус присваивает Политехнический музей города Москвы. Транспортирование уникальных экспонатов на выставку – дело весьма ответственное и непростое. Для каждого был предусмотрен свой спецавтомобиль «КамАЗ». Для корпуса РДС-1 даже был изготовлен ложемент. Чтобы погрузить все составляющие, РДС-1 потребовалось около 10 рабочих и несколько единиц техники. Все экспонаты были застрахованы, и, конечно, ценный груз сопровождала охрана. Помимо экспонатов ядерного музея и стендовой экспозиции, «Арфят Свиньев» представит на форуме 10 скульптур. Культурных портретов главных создателей РДС-1. 10 бюстов выдающихся ученых и организаторов советского атомного проекта, чей вклад в создание испытаний первой советской атомной бомбы является основополагающим. Форум «Армия-2018» пройдет с 25 по 30 июня. В родные стены Музея ядерного оружия «Арфят Свиньев» экспонаты вернутся 4 июля.